Погода, говорю, хорошая. И место красивое. Вадим экстремал. Крутится, вертится. Нет, меня по укачиванию нет проблем, меня с укачиванием. Я когда стою, смотрю сверху вниз, у меня вот в этот момент немножко меня подводит. А так абсолютно я как бы к укачиванию, к этому я нормально отношусь. То есть на центрифуге могу покрутиться, там это нет проблем. Это тут горы 2200 высота, да, где-то? Рим. Там, вы туда поднимаетесь, да, в хорошую погоду, да? В принципе, готов. Да, конечно. Ощущения есть, ощущения получены. Как на супер больших качелях. Аттракционы в парке Горького — это так, детский лепет.